Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Эти солнцезащитные очки могут превращаться в браслет, который удобно будет закрепить на запястье, руле велосипеда или на ручке сумки. Достаточно сложить их пополам посередине оправы и с помощью легкого хлопка прикрепить их к запястью. Вот и все. Линзы в этих очках не складываются, они остаются в неизменном виде. Это, наверное, первые очки, которые ты никогда не потеряешь. Умный будильник в виде коврика. В заданное время начинает издавать звуки или запускает определенную мелодию. Пользователю требуется встать на устройство, чтобы оно замолчало. Продержаться на ногах нужно не менее 3 секунд, так что хотите или не хотите, но встать все равно придется. Кстати, он обладает дисплеем с таймером и портом USB для подключения к компьютеру. Синхронизация с ПК позволяет настроить изделие по своему вкусу, установить любимую песню в качестве звонка, например. Очистка жалюзи – то еще занятие. Чтобы их полностью очистить от пыли, приходится вручную обходить каждую отдельную пластинку. К счастью, умные люди придумали эту щетку. Она одним разом захватывает 6 пластин, ускоряя уборку в несколько раз. Достаточно слегка смочить щетку, пройтись по каждым планкам, после чего можно вновь использовать их для блокировки солнечных лучей. Куртка из фильма «Назад в будущее» с режимом сушки и встроенным климат-контролем. Куртка может согревать хозяина, охлаждать, заряжать его гаджеты, а также имеет потайные карманы для планшета и смартфона. Нагревательные элементы куртки расположены так, чтобы согревать не только тело, но и руки владельца, когда они находятся в карманах. Если активировать их одновременно с воздухозаборниками, куртка перейдет в режим автосушки. В этом режиме она чрезвычайно быстро высыхает после любого дождя. Одна из самых неприятных обязанностей кота-хозяина – чистка и мытье кошачьего лотка. Выгребать дурно пахнущий наполнитель, мыть решетку – то еще удовольствие. Автоматический кошачий туалет технически представляет собой круглый лоток с наполнителем, который периодически начинает вращаться вокруг своей оси. В это время совок, погруженный в него, просеивает гранулы, а конвейерная лента автоматически перемещает твердые отходы в специальный контейнер. Для жидкости предусмотрен сток в поддон. Контейнер с продуктами жизнедеятельности придется очищать самостоятельно. Мы живем в мире, наполненном дизайнерскими инновациями и оригинальными разработками, но неожиданно вдруг узнаем, что скромный кухонный нож в настоящее время проходит через революционные изменения. В отличие от любых других ножей, которые мы привыкли видеть, этот нож изготовлен из 97% древесины и 3% углеродистой легированной стали. Для изготовления ножа применяется древесина дерева под названием рабиния или белая акация. Дерево в 3 раза прочнее дуба и обладает высокой концентрацией соединений под названием танины, что делает изделие антибактериальным. Более того, пропитка воском и маслом усиливает эффект, закрыв поры на поверхности древесины. Ты волнуешься в ожидании или просто нечем заняться? Обрати внимание на новую разновидность Infinity Star Cube. Внешне напоминает кубик Рубика, но механизм игры с ним существенно отличается. Этот кубик можно разложить, обнаружив в нем еще одну фигуру, также способную менять форму. Обе части могут принимать вид кубика или звезды. Эта вещица затянет вас полностью. Интересный антистресс и отличная игрушка для ребенка. Точная копия модели Ferrari Enzo в масштабе 1 к 10 из 1360 деталей. Да, вы правильно поняли, его придется собрать самому. В этом вся и фишка. У модели открываются двери, капот и багажник. Капот позволяет рассмотреть двигатель V12, который полностью соответствует своему оригиналу. А также тормозную систему, поршни подвижны. И, конечно же, руль позволяет управлять передними колесами. В общем, почти как настоящая. Эта сумка мне понравилась тем, что ее можно носить через плечо. Ну а после того, как пришел домой и разложил все продукты по полочкам, ее можно смотать обратно в бобину, и она готова к следующим походам за покупками. Здорово, правда? Проверку на прочность она прошла при первом походе на рынок. При ношении через плечо ручка за счет своей ширины не режет плечо. Она оказалась довольно вместительной и с легкостью выдержала около 6 кг веса. Недорогой китайский эхолот. Он собирает данные по местонахождению и размеру рыбы, глубине, температуре воды, рельефу дна и посредством Wi-Fi передает данные на экран вашего устройства через специальное приложение.
Датчик может устанавливать соединение одновременно с 5 устройствами, однако в таком случае лишь одно из них будет передавать сигнал без замедления. Неодимовые магниты – современный чудо-конструктор с элементами головоломки. Можно сказать, это аналог игрушки детства кубика Рубика, состоящий из отдельных магнитных кубиков, которые надежно скрепляются друг с другом в абсолютно любой определяемой вами последовательности, а также благодаря своему магнитному полю. С этой игрушкой вы не просто замечательно проведете время, получив истинное удовольствие, но еще и разовьете в себе множество новых способностей. Aigo Aurora C5 – вентилятор из Поднебесной с потрясающей реализованной RGB-подсветкой, как замена дорогим брендам. В комплекте есть специальный контроллер, с помощью которого можно управлять подсветкой и выбрать подходящий для вас цветовой контраст, а также управлять скоростью вращения вентиляторов. Впечатления от них только положительные, это несмотря на то, что на максимальной мощности они немного шумноваты. Теперь поблагодарить водителя другого авто за то, что он вас пропустил на дороге, можно нажатием одной кнопки на пульте управления. 287 светодиодных лампочек, цвет которых ты можешь выбрать сам, создают красивую иллюминацию и видны издалека. С обратной стороны имеются 2 силиконовые присоски, расположенные на подвижных шарнирах, которые поворачиваются на 180 градусов. Работает панель от автомобильного прикуривателя, стационарной проводки 12 вольт или от переходника. Подушка «Плюшевая рыба». Настолько реалистично выглядит, что хочется хвастаться о своем улове. Принт сделан настолько реалистичным, что не сразу понятно, что это всего лишь подушка. Но эта красота почему-то больше понравилась кошке. Теперь она не расстается со своей красавицей-рыбкой. Полезность в этой вещи я вижу только в занятости кошки. Теперь она не мяукает с утра до вечера. Ну, хоть чем-то она наконец-то занята. Прокол на дороге. Самая банальная и самая распространенная проблема у велосипедистов. С этой неудачей может столкнуться абсолютно каждый велосипедист, но технологии не стоят на месте. Существует специальная лента от проколов. Схема защиты элементарна. Предмет, проколовший покрышку, должен упереться в защитную ленту и не достать до камеры. Если у вас есть советы по защите велокамер от прокола или дополнения, делитесь опытом в комментариях. Это простое и эффективное средство от храпа. Если кто-то из вас частенько похрапывает, то не думаю, что нужно рассказывать о последствиях этого недуга. Часто бывает так, что не высыпаются оба, и тот, кто храпит, и тот, кто слушает. Прибор прикрепляется к носу, вставляясь в ноздри силиконовыми вставками. Также это устройство помогает во время сна дополнительно вентилировать легкие. А спать с таким приспособлением очень даже удобно, независимо от положения спящего. Практически каждый из нас хотя бы один раз в своей жизни ездил в лес к озеру. И все мы знаем, что во время такого путешествия могут возникнуть любые непредвиденные ситуации. К примеру, сильный дождь, в результате чего все вещи промокают насквозь. И в таком случае этот гаджет был бы кстати. Всего-то нужно сложить все вещи в мешок, затем скрутить валиком сразу оба верхних края сумки и замкнуть в круг с помощью защелки. Вот и все. Наверняка каждый из вас, когда был ребенком, пытался сам прорастить фасоль или горох. Чаще всего по школьному заданию, но иногда и по собственной инициативе. Думаю, ты помнишь, какое это было увлекательное занятие – смотреть, как из круглой и сухой фасолины появляется живой зеленый росток. А теперь это занятие может стать еще интересней. Оказывается, с помощью лазера на растении можно сделать гравировку на этапе семени, и тогда оно прорастет с уже нанесенными надписями. Эти специальные семена вы можете приобрести на AliExpress. После приобретения этого зонта вы не сможете пользоваться обычными. Его главная фишка – особый механизм, делающий раскрытие зонта максимально удобным. Благодаря уникальной конструкции этот зонт раскрывается в обратную сторону и не задевает окружающее пространство. S-образная ручка оставляет руки свободными для держания ребенка, сумки или мобильного. Купол зонта оснащен механизмом антишторм. Прочный каркас не подведет во время сильного дождя, а после зонт складывается и остается снаружи сухим. Задний велосипедный фонарь с лазером и поворотниками. Управление работой устройства осуществляется с беспроводного пульта, устанавливаемого на руле. Он снабжен крупными кнопками, которые удобно нажимать даже в перчатках. С его помощью можно выбирать подходящий режим индикации, включить или отключить лазер, а также активировать поворотники. Основной светодиодный фонарь способен гореть постоянно, мигать или работать в режиме бегущей строки. Мягкое стекло, или как его еще называют, силиконовая скатерть на стол – это лучшая альтернатива стеклянному столу. Если застелить столешницу подобным материалом, то даже незаметно отличие между ПВХ-пленкой и обычным стеклом. Можно декорировать любую поверхность в доме – от кухонного до письменного стола.
Перчатка с подсветкой – это фонарик, который невозможно уронить, особенно если вам необходимо починить мелкую деталь или найти что-то в темноте. Держать в одной руке фонарик, а другой что-то делать очень неудобно. Обычный фонарик доставляет массу неудобств в работе и ограничивает ваши возможности. В перчатку встроены две светодиодные лампочки на указательном и большом пальцах. Лампочки довольно яркие и способны обеспечить достаточное освещение. Силиконовые крышки – это по-настоящему стоящая вещь. Все еще пользуетесь стрейч-пленкой или обычными крышками от кастрюль? Очнитесь, это уже прошлый век! Эти крышки подойдут буквально для всего на свете. Ведь вы даже можете использовать их для сохранения свежести арбуза, дыни и других крупных ягод или фруктов. Набор состоит из 6 штук разных размеров и предложены в 4 цветах. Доставка до Москвы – 3 недели. Это умные чернила. Главное свойство таких чернил заключается в том, что нанесенные с их помощью метки абсолютно невидимы при обычном солнечном или искусственном освещении, а увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете, под воздействием которого они проявляют эффект флуоресценции, то есть светятся в видимом человеческим глазом диапазоне электромагнитного излучения. Всегда любил что-то новое и необычное. А ты? Умный карманный сканер. Устройство, оцифровывающее документы и фотографии с помощью встроенной камеры с разрешением 13,2 мегапикселя. Границы объекта определяются с помощью лазерной рамки. Девайс автоматически обрабатывает полученное изображение, загружая цифровую копию в нужное место. Устройство также обладает функцией распознавания текста и может автоматически превращать сканируемые объекты в файлы для Microsoft Word и Excel. Светящиеся кроссовки – новое поколение модной обуви. Эти кроссовки не позволят своему обладателю остаться незамеченным, где бы он ни находился. Особенно эффектно такие модели смотрятся в темноте, а комбинация 7 светящихся цветов делает их универсальными в плане сочетаемости с другими вещами. Подсветка кроссовок обеспечивается благодаря встроенным в подошву светодиодам. Они питаются от аккумуляторной батареи и обеспечивают невероятный эффект при хождении. Для того, чтобы включить свечение, необходимо нажать на специальную кнопку. Одной зарядки хватает примерно на 10 часов работы яркого свечения светодиодов. Этот диспенсер предназначен для автоматического разлива напитков. Невероятно удобен в использовании и позволяет всего одним движением налить стакан воды даже из огромной емкости. Внутри спрятан электрический насос, который работает на батарейках. Наливать можно при помощи одной руки. Кнопка расположена так, что ее можно нажать чашкой, которую вы поднесли к диспенсеру, и ваш напиток будет автоматически течь в кружку. Я люблю иногда покушать тортики, но не очень люблю их резать. И думаю, я не один такой. Благодаря AliExpress я узнал о неплохом ножике, который позволяет отделить кусок торта и перенести его на тарелку, не деформируя. Хватаемся за ручку, вырезаем из торта кусок, немного сжимаем ручку и переносим его на тарелку. Попробовав один раз, вы поймете, что этот нож – обязательный атрибут на вашей кухне. Насос является стандартным элементом набора, который каждый велосипедист берет с собой. Еще более компактная и удобная альтернатива ему лишь одна – это адаптер для подкачки велоколес с помощью баллончика с газом. Подача воздуха осуществляется путем нажатия единственной кнопки, то есть без тех усилий, которые прикладываются к насосу. Помимо накачки колес, его также можно использовать для наполнения воздухом мячей и надувных матрасов. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!